Я прочитал, что вот недавно, буквально этой осенью, вы стали заслуженной артисткой Карачаево-Черкесской. Да. А почему не Татарстана родного? Вот как вообще это происходит? Вот каков механизм присвоения вот этих званий? То есть там же кто-то вас должен был выдвинуть, да? Это же не спонтанно происходит, что там собрались люди и сказали, давайте Максим сделаем вот заслуженный. Дело в том, что, наверное, на уровне большой страны, как наша, да, наверное, там какие-то процессы очень серьезные существуют. На уровне Карачаево-Черкесской республики в моем случае все произошло неожиданно, и понятно, что поставили сцену, собрали людей, то есть город готовился к этому, руководство города готовилось. Но для меня это готовилось как большой сюрприз. Я приехала туда на очередное мероприятие, на концерт на свой. И меня попросили заехать, но, конечно, уже заранее, потому что я сказала, что до концерта я никуда не поеду, потому что, ну, все равно это нужно отдыхать, двухчасовой концерт, и так я выкладываюсь, как могу. И, конечно, все-таки А вы вживую работаете? Конечно. Ваше любимое слово, конечно, я понял, что... Слово «паразит», да, у меня? Нет, почему? Это просто вот, это на самом деле девиз. Девиз, Максим, конечно. Знаете, для меня удивительно... Когда артисты вообще спрашивают, живьем вы поете или нет? Ну, потому что больше половины можно либо петь, либо вообще не петь. Не живьем, потому что это... Причем не только у нас, это какой-то миф, что только в России. Не уверена, что люди ничего не видят. Вот мне, например, когда... Конечно, я не буду скрывать, когда телевизионные какие-то мероприятия, особенно вот пафосные прям, да, они подразумевают исключительно фонограммное звучание. Я готова провалиться сквозь землю, например. Я чувствую, что это видно, но это невозможно скрыть. Ну, это может быть вам видно, как профессионал. Ну, я вас перебил, вы про Карачаево-Черкесию не рассказали. Да, я приехала на свой собственный концерт, и вот меня попросили в итоге заехать заранее еще на одно мероприятие посетить. Я приехала, вышло руководство города и сказали, что меня назначают народной артисткой, или заслуженной, простите, артисткой Карачаево-Черкесской республики. Это... Несказанно приятно и очень неожиданно. А выдается какой-нибудь, я не знаю, сертификат, диплом, то есть вот документ какой-то? Конечно, выдается удостоверение, конечно. Выдается небольшая денежная премия, вполне приемлемая. Так. Выдается медаль. А даже так? Да, медаль и цветы. Понятно. Это приятно, друзья. Ну, конечно, приятно. Чего а как там? Деньги потратили заслуженные Карачаево-Черкесские? Я помню, что угостила свой коллектив после гастрольного тура. А дальше, может, я как-то не очень... И деньги закончились на этом. Не очень как-то, что ли... Отложила их, надо было, наверное, да, прям отложить не и знаю. Думать о них, там пометить, что это те самые деньги. Не знаю. Нет, я думаю, что я вполне пошла и купила что-то необходимое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».